Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Call of Duty Ghosts. Продолжаем проходить ее, это вторая миссия. Миссия за собачку. Ну как, сейчас мы не играем за собачку, но вот она собачка, та, о которой шло так много речей в компании Activision, мол, собачка! У нас в игре есть собачка! А мы помним этот бассейн, я прыгал в него. Да. И мы бежали потом сюда. О, собачка. О, собачка толкается. Чисто. Эй, ты смотри. Ха. Никогда не думал, что опять ее увижу. Кого? Думаю, это значит, что пора шевелиться. Дыру? Никогда не думал, что опять ее увижу. Ковер? Ты что, совсем все забыл, а? О чем он говорил? Картину на полу? Камни, стену, книгу про призраков каких-то. The Devil's Dictionary. А, это не про Че Гевару случайно, не знаю, лицом похоже. Наверное, это не Че Гевара. О, и смотрите, как они там стоят. То есть мы сейчас поднимаемся, и там должен быть шикарный вид. Мы поднимаемся такие, и здесь такой туман. Нет, серьезно, они хотели, чтобы я как-то восхитился пейзажем? Я не знаю, я когда с убежища 101 выходил в третьем Fallout, я больше восхищался пейзажем. Хотя не очень удачное сравнение, потому что там пейзаж действительно пиздатый. Хотя графика примерно на одном уровне. И вот интересно, почему землетрясение, почему все трясет, почему именно тогда, когда наши герои идут здесь происходит этот обвал? По какой причине? То есть 10 лет прошло после той атаки. За 10 лет тут все должно было уже. Сучка-птичка. Даже в GTA можно голубей стрелять. О, хорош. Я знал, что я справлюсь. Рычи. Песик. Удерживайте F для синхронизации. Ну и как мы... Ну, это классический Call of Duty, так сказать. Мы не можем пройти, потому что... Очевидно, здесь может пройти только собачка. Ну что ж, давайте играть. За собачку. Небольшая стелс-миссия за собачку. Я на самом деле не понимаю, как собачка так быстро убивает людей. Почему я не могу залезть на эту крышу? Бля, я хотел сверху на него напрыгнуть, как в сериале «Комиссар Рекс». Но я не могу. Дерьмо какое. Я хотел сверху прыгнуть на него. Посмотрите, они же ведь... Они не просто ведь так эту крышу сделали. И они сделали ее специально для того, чтобы прыгнули сверху. Но они при этом не дали возможность прыгнуть сверху. Какое-то кидалово. Что они там делают, я не понимаю. Сначала охранник. Так. Я немножко промазал. Вот, наверх. Да? Нет, все. Крыша? Где эта крыша? Подождите, где та крыша? Как мы сюда пришли? Я хочу крышу. Вот. Саная крыша.
Я не могу запрыгнуть на крышу. Ёб твою мать. Слушайте, ну это совсем не смешно. Я, конечно, понимаю, что я играю не в Assassin's Creed, но все. А, ну и эта сцена, которая была, в принципе. Ну я только ее и видел, на самом деле, из всех роликов. Про эту колду. Это единственная сцена, которую я видел. Ну и здесь, я так понимаю, вот мы урон получаем в любом случае. И в чем был смысл этого стелса? Кто мне скажет, если вот прямо сейчас здесь ни хрена не стелс происходит? Ну тут снайперская винтовка, но она полное дерьмо, серьезно. Я ее даже брать не буду сейчас. То есть что, я настолько плохо кинул гранату, то что не попал никуда? Черт, слишком далеко кину. Ни хрена себе. А мне можно такие фишки? Давайте попробуем кого-нибудь вблизи убить. Так. Вот. На них спрыгнуть сверху можно будет? Одного оставить живых? Вот тебя. Ха, ну да. Что? Хочешь, чтобы изменили анимацию? По сравнению с другими частями, ебать ты наивен, как говорится. Сука. Тут, конечно, можно гранаты. Бронебойная собака. Может, не зря ее делают главным героем? Подождите, сколько у меня патрон? Во, хороший автомат. Все отлично видно. Хороший коллиматорник. Не очень хорошие противники. Туповатые слегка. Ну да ладно, не страшно. Не, на самом деле, ну это не из-за автомата херово видно. Херово видно из-за того, что, как я уже и говорил, здесь повсюду ёбаный туман. Мне не нравится туман, дайте нормальное. Я не хочу высматривать противников в тумане. Сейчас попробуем кинуть. Надо же, это еще работает. Просто не видно вот в этом блядском тумане, коричневом пейзаже, куда граната падает. Поэтому я так... А, это калаш! Ну, какая-то из моделей калаша. Хотя, нет, наверное, не калаш все-таки. Я не могу понять, слева вроде враг есть. Бля, запачкался прицел и вообще ни черта не видно. Может, у второго почище будет? А нет, такое же говно. Так, ладно, обойдем. Может, даже вблизи кого-нибудь убьем. Вдруг... Ну, я, конечно, понимаю, что я хочу слишком многого, но вдруг тут больше одной анимации будет атаки ближнего боя. Эй, он взорвал бочку. Я хотел показать, блядь, Next Gen графику со взрывом бочки. Тут, короче, стояла бочка, и если ее... О, может, тут газовый баллон можно взорвать? Да. Ага. И коробки, деревянные коробки. О, деревянные коробки. Это деревянные коробки Иисуса. Что за каска? О, каска здесь. Я на самом деле, наверное, должен управлять собачкой. Ну, то есть не управлять ей, а приказывать ей, типа, атаковать. Выжил. Они на каком языке говорят, кстати, я не понял. Может это русские все-таки? Я просто не верю, что они не про русских сделали игру. Ну, то есть игру, где плохие не русские. А кто-то еще. Это было бы глупо, согласитесь. Кто делает игру, где плохие не русские? Это должно быть либо будущее, хотя это будущее, ну, далекое будущее. Борьба с инопланетянами, тогда плохие будут не русские. И то не факт. Справа? Тише, тише, окей.
Будем делать тише, тише. Ползти. Ползти. Как миссия в Припяти, в первом Modern Warfare. Мы ползем. Фу, ты напугал, блядь. Чё, всё, нам можно, типа? Приказываем собачке атаковать. Собачка атакует. И почему-то они не успевают ничего крикнуть. Вот я не понимаю, почему они не успевают вообще крикнуть ничего. Че джекпот-то? Мы на какой-то военной херне, где куча военных. Для кого джекпот-то? Синхронизация. Вот не могу вспомнить. Синхронизация. Где это я уже слышал? Синхронизация. Блять, как же я хочу субтитры. Давайте платим настройку. Помещение 10. Нет, это управление, графика. Звук, управление. Ну, это же не в графике, я полагаю. Так, синхронизации нет, бла-бла-бла. Ну, я не все на максимум поставил. Все на максимум немножко проседал FPS там до 30. А в шутер я люблю играть, чтобы FPS был... Ну нет, субтитров, ну блять, это такой бред. Нападайте сзади, сзади для бесшумных убийств. Ну на самом деле, вот этот вот... Суперлинейный стелс, это... Это что-то с чем-то, на самом деле. Я люблю стелс. Я ненавижу стелс, на самом деле. Не знаю, почему я сказал, что я люблю стелс. Я ненавижу стелс. Но... Линейный стелс, это мерзко. Вот стелс, например, в Splinter Cell'е... Это хорошо. Там можно пройти по стелсу, можно пройти не по стелсу. О, смотрите-ка. Толкнул своего. О, смотрите. Убил своего. О, смотрите, всем насрать. Не знаю, все летсплейщики об этом говорили? Наверное, все, потому что... Ну, не знаю, все заметили? Или только я спрятался под этой херней, чтобы посмотреть на эту великолепную картину этой великолепно проработанной игры. О, у них, кстати, крутой БТР, может на месте вращаться. Ну, то есть, не то чтобы это невозможно, это на самом деле возможно. Я просто обратил на это внимание. Так, ну что, вроде они расходятся, да? Пойдем, собачка, будем делать с тобой убийство сзади. Звучит не очень. Вот, два. О, слушайте, он может заметить собаку. Он ведь идет прямо в трубу. Нет, он идет мимо. И тут там труп лежит, да? Давайте посмотрим. О, жопа собаки. Нормально. Что он сделает, когда он заметит труп? Он будет смотреть в стену. Нет, на машину. Он просто смотрит на машину, а у него где-то под ногами валяется труп. Мило, не правда ли? Да, я знаю, что делать. А это какой-то член отряда призрак. Ты будто призрака увидел. Я тебе ничего не скажу. Ну что ж, это очень плохо. И тут было я подумал, что нам показывают типичного злодея, мол, он хладнокровно убивает пацана. Ну, мужика. Нам с тобой еще многое нужно наверстать. Но на самом деле. Он хитрее, он необычный бандюган. Операция
Вот, то есть нам сейчас показали одного из главных злодеев, может быть, самого главного злодея, который не просто мудло, который убивает всех и вся, он... О, наши там ходят раком. А как он управляет собакой? Вот что мне интересно, он шепчет ей команды на ухо? Я должен его убивать? Не знаю. Выглядит так, как будто должен был, но... По-моему, мог бы и не убивать. Хороший мальчик, Райли. Шевелись. Ловец 6, мы сейчас движемся к вам. Не начинайте вечеринку без нас. Ну вот всегда мне было интересно. Мы сейчас будем стрелять? Райли, потише! Чего хочет этот пес? Райли, рядом! Потому что если мы будем стрелять, то это будет глупо. Может, гранату под собаку кинуть? Ей похуй. Левая кнопка мыши. Но ведь раньше надо было жать на Е. Почему сейчас надо жать на левую кнопку мыши? Это Call of Duty. Ты пугаешь меня. Ты не был таким. Даже прицела не дали. Они похожи на енотов. А мне... Почему они испугались? Почему они нападали и сейчас вдруг испугались? Мэри, кто ты? Никак нет. А, они испугались масочек? Думаю, у тебя есть кое-что для меня. Федералы везли одного парня на базу огневой поддержки Чарли. Он ваш? Да, Аякс. Ладно, времени в обрез. Можешь остаться с нами, но слушаешься меня во всем, это ясно? У нашего героя плохо слышит левое ухо. Когда я поворачиваюсь вот так вот, то отлично слышно. Когда левым ухом, то херово слышит. Вот так вот. Это все, что я хочу сказать. Да, ничего умного, как обычно, но... Как будто вы здесь... Передачу «Умники и умницы». Слушайте. Ого! Хитрый какой! Хитрые ворота, слушайте. Их не надо открывать. Че, сейчас под водой будем? Ну, у нас снаряжения нету, так что вряд ли, но... Че, я должен себя вести тихо, аккуратно? Но тут нет никого. Нет, серьезно, даже охраны нет. Вам не кажется, это странно? А, вот она. Почему они начали просто так атаковать? Или это нас начали атаковать? Не знаю, в любом случае, мне кажется, что здесь получше. Быстро они меня здесь... А, меня спалил свой же, да? Сука тупая! Они заблочили меня! Блять! Заблочили меня! Господи, что это за, я не знаю, какой это год, то что здесь. О, это уже наши. Ло, а чё они так быстро? Обычно ты должен вперед пройти, чтобы твои союзники вперед прошли, а здесь как-то союзники идут быстрее тебя. Может быть, здесь все-таки не все зависит от нашего. Мы ранены в укрытие. О, в ногу. То есть тут все-таки несколько анимаций. Я на самом деле просто хотел сюда залезть. О, прикольно, он сказал цели на 11 часов, и там на самом деле были цели относительно меня на 11 часов, ведь он только со мной общается, и у него нету еще человек 6 в команде, у которых цели будут не на 11 часов, а на... Наверное, не у всех на 11 часов, и это была заскриптованная просто фраза, а я тоже было подумал, то, что он только для меня ее сказал. Эх, наивный долбанавтик я. Все-то пытаюсь везде искать смысл и логику.
хотя нет, я не пытаюсь искать смысл и логику, я всегда обвиняю в игру в отсутствии смысла и логики. Вот, например, логично ли это, что мы действовали по стелсу, 100 метров вперед прошли и уже стреляем вот так вот во все. Ай-вай-вай, как на свадьбе. Исконно русской свадьбе, естественно. Вот, разве это логично, то, что никто из там не пройдет 100 метров? Стойте, я даже не насладился пейзажем. А, тут стена не видна, окей. Хорошо. И что, здесь все загрузки будут в таком стиле выполнены? Они вылезли как из-под земли и растворились в воздухе. Они сделали себе репутацию за пределами стены. Она расползлась по нейтральной зоне. За пределами стены. Оружие покруче меди и стали. Мэрик и Киган. Это о них говорил отец. Призраки. И кто-то все же посмел бросить им вызов. Они направлялись в Сан-Диего, на территорию Федерации, чтобы найти своего человека, Аякса. Призраки. Раньше они нам только снились, а теперь мы собираемся вступить в их ряды. Звучит на самом деле по-ебански. Призраки. То есть, это война здесь. Снайперская винтовка активирована. Ну, нет, на самом деле, ладно. Осмотритесь. Надо найти Аякса. Это у него такая снайперская винтовка? Приблизь стадион, чтобы рассмотреть его. Каким образом? Вперед, назад. Вражеский патруль. Продолжаем. Ну ладно. Мы будем этим веселиться в следующем летсплее. Я все, что хотел сказать, это то, что... Нет, на самом деле есть некоторые отряды, которые действительно завоевывали себе репутацию, как такие крутые отряды, которые туда-сюда формулировать я не умею с предложения. Да, пожалуй, это имеет смысл. И, возможно, у них действительно есть такое, типа, не то чтобы легенда, а байки о вот этих вот призраках. Так как люди тупые, они действительно могли принять их за что-то сверхъестественное. Кто-то на втором этаже. Но единственное, что я надеюсь, это то, что нас не заставят а-ля призраки действовать по стелсу. Вот единственное. О чем я надеюсь? А, смотрите, не заряжен. То есть нам доверили прицел сейчас, но не доверили ничего больше. Ну что ж, ладно. Я не в обиде. Не заряжено. Не дают пострелять. Не доверяю. Считаю долбоебом. Ну ладно. Отчасти они правы. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждите продолжения. Также смотрите прохождение Battlefield 3. 4. Battlefield 4. Да. С вами был Сет. И мне не доверяют огнестрельное оружие. До свидания.